Peter is here. He's just got to connect up. Here he comes. There he is. Hare Krishna. Hare Krishna. Very good. And yeah, we just got to hold on for a minute. Minutku podождём. For the Instagram devotees to log in. Преданных Инстаграма, чтобы они зашли обратно на живой эфир пару минут. И начнем сразу. Сегодня вечером преданные будем обсуждать Калию. Калию. Змей. That's quite a pastime. We will do our best to finish the whole thing. Мы постараемся завершить всю лилу сегодня вечером. Но как удастся? Если удастся, хорошо. Если не удастся, тоже хорошо. Мы не торопимся никуда. Карантин не закончится срочно. Мы эти программы уже некоторое время в будущее, у нас эти программы будут продолжаться. Okay, let me just check. We're still gonna wait just, you know. Еще подождем несколько минут. Немножечко совсем. И начнем Лилу Кали. Лилу Кали. Лилу Кришны. С Кали. All right. So, devotees, итак, дорогие преданные, мы понемножку начнем. First of all, some prayers. С молитв, как всегда, Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани Прачарне, Нирвишеша Шуньявади Пасчатарне Жатарне, Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара Шивасиди Гаура Вринда, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha Kripasandhubhyavacha Paridhanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Hare Krishna, devotees. Дорогие преданные. Yeah, okay, so let's begin. Начинаем. Right, so. Итак. First of all, some introduction. Некоторое введение. Агасура was a snake. Агасура был змей. And Калия is a snake also. И Калия змея тоже. Поэтому есть какие-то сходства между анартхами, до некоторой степени, по крайней мере, не совсем, но какая-то связь существует. Поэтому вы не удивитесь узнать, что Калия представляет определенный вид зависти. Определенная зависть. Yes. Шрила Бхакти Сиддханта says, Шрила Бхакти Сиддханта говорит, Калия представляет гордость, зависть и хитрость змеиная, она старается выпустить яд
в сердца невинных which Krishna cannot вайшнавов, tolerate, чего Кришна so не then the может Lord kills терпеть, him. поэтому Господь убивает. Right, yeah. So again, it's envy, but with a Зависть, particular malicious, но с определенным vicious type of edge to it, хитростью, and even most particularly, или he tries to особенно poison the оно hearts старается of the devotees, отравить сердца not with some преданных, literal, не poisonous ядом, substance, субстанции cyanide or ядовитой, strychnine or whatever it may be, цианидом, калия или что-нибудь такое, нет, but with но poisonous talk. С ядовитыми разговорами. Poisonous talk. Ядовитые That разговоры. Is really dangerous. Это яд, это опасно. So the Поэтому background, historically, история такова, история Кали такова, в соответствии с Гарга Самгитой, вы слышали уже не раз, это любимая Бхактивинода Такура писание. Это староведическая литература. Соответственно, Гарга Самбиты в предыдущей жизни во время Манвантары Свамбхува Ману в начале творения он был мудрец по имени Виракшира, который был проклят, не позволяя другого мудреца Ашвасиру медитировать в своем ашраме. Ашвасира сказал ему, он отказал ему, что не можешь, ты разгневался без причины, ты шипишь, как змея, поэтому и становись змеей. Тогда Господь Вишну появился и сказал Ведашире, что он разместит лотосную стопу на его голову в этой жизни змеиной жизни ее. Тогда Ведашира родилась с первым поколением змей появиться во Вселенной. From Daksha's daughter, Kadru. От дочери Дакши Кадру. All right, there you go. There's some history there. Вот история еще. All right, so now, yes. The pastime. Игра, Let us go into the pastime. Давайте погрузимся в игру. Это кое-что, это really. Нечто. Это нечто. It's extremely dramatic. Драматическая история. An interesting point is that и интересно то, что pastime, в этой игре разлука от Кришны, которую чувствуют бриджбаси преданные, величайшая из всех других игр, среди всех других, кроме как Кришна оставил потом уже Вриндаван. Это просто отдельная статья полностью. Но тут Калия держала Кришну в своих кольцах, кажется, Кришна уже помрет, и Калия часами, заключенная в кольцах своих, держала Кришну. И вот вам чувство разлуки, вот вам интрига и драма. По нашим стандартам преданные, со всей уважением, для нас это непостижимо. А уровень разлуки нам не понять. Right, so go, ну вот мы тогда продолжаем. Однажды Кришна, пастушки и коровы пошли, отправились к Ямуне, реке. Вы, наверное, заметили, что я не упоминал Баларама, потому что он там не присутствовал с ними. Баларам остался дома. Эта игра имеет место на день рождения
Господа Баларамы. Поэтому он с матерью оставался дома, Рахини, и у него был праздник, день рождения. Он не шел с пастушками в этот день, и Кришна, пастушки, коровы, они отправились к Ямуне на песчаный берег, они обычно туда идут, и отправились туда. И там было множество мягкой травы и ровная гладкая поверхность земли. Ребята могли там резвиться. И было все прекрасно. Но тогда вдруг внезапно все пастушки и коровы вдруг почувствовали жажду, особенно, исключительную жажду. Они побежали к реке, помчались все, и напились чуть-чуть из реки, и все мгновенно упали намертво, кроме Кришны, конечно. Все пастушки, коровы просто оставили тела. Конечно, тела, трансцендентные тела пастушков, они не умерли так на самом деле. И коровы тоже, Джива Госвами объясняет в своих комментариях на Брахма-самхиту, что очень интересно само по себе. Он объясняет, что коровы Кришны, они все снизошли с Галока Вриндавана, чтобы дать свою милость обусловленным падшим душам. А у них трансцендентные духовные тела, основная часть, если не все, с духовными телами. Как они тогда могут умереть в духовных телах? Можно сказать, что даже если они хотели бы умереть, они бы не могли умереть, потому что их тела духовные, они вечные. Изначальные духовные тела. Чакраварти Вишванат Чакраварти Тхакура объясняет, что это не просто возможно, чтобы невозможно умереть, но они вечные. Что это означает, что они, их тела просто безжизненных признаков? Он объясняет Вишванат Чакраварти Тхакура, что Кришна покрыл их симптомы, признаки жизни своей йога-майи. Поэтому выглядело на то, что они померли. А Санатан Госвами еще одно замечание делает, что, если возвращать людей к жизни опять, обратно, Кришна может обычные преданных к жизни вернуть по своему желанию, даже не касаясь или не говоря ничего, просто изнутри, просто пожелал, и кто-то может ожить сразу же. Но это особенные преданные пастушки и коровы, поэтому Кришна хотел им дать особенный взгляд милости. Это просто поток нектара, чтобы их вернуть к жизни. Поэтому то, что он сделал. И хочу прочитать два стиха из Гопал Чампу, Шрила Джива Госвами. Очень красиво. Послушайте. Со своим плавляющимся сердцем Кришна посмотрел, взглянул на пастушков и коров. Его
уста намокли, и глаза наполнены слез. Потоки слез Кришны падали на землю, как капельки нектара вернули к жизни пастушков. Вернул к жизни обратно пастушков своими слезами, слезами Кришны. Но те, которые не были непосредственно у него, перед ним, они сразу не вернулись к жизни, потому что он хотел каждого лично, Кришна хотел индивидуально вернуть к жизни каждого, не просто массово, всех сразу. Поэтому он понемножку, последовательно, всех вернул к жизни. И они все поняли, мы же умерли, но Кришна нас вернул к жизни. Это удивительный Кришна. Тогда Кришна чувствовал себя очень плохо об этой ситуации. Мои пастушки, коровы, они были убиты каким-то демоном. Это просто недопустимо. Поэтому Гопал Чампу продолжает в этом состоянии. В Кришне возникла очень сильная эмоция. Раньше Кришна, одарен красотой, был способен убить змею, живущую в воде, которая была причиной страданий движущимся неподвижным. Но Кришна остался молчаливым от скромности своей. Но сейчас, не способный терпеть ихнюю смерть своих друзей, пастушков и коров, он просто разгневался наиболее. Если хотите разозлить Кришну, оскорбите его преданных. А если хотите еще больше гневным Кришну сделать, если хотите просто потерять свое самообладание, постарайтесь убить убить преданных, тогда Кришна просто выйдет из себя. So Krishna became, Кришна, Джива Госвами говорит, наиболее разгневался, наибольше всего разгневался. So Кришна, Кришна Кришна заметил, что вода Ямуны там отравлены. Оскверненная вода. Оскверненная вода Ямуны. Это как Кришна не знал, что же случилось тут. Что же случилось с Ямуной-то? Моя Ямуна-то. Поэтому он понял, что великая змея Калия там обитает. Там затока была, залив. Если помните, Вриндаван, и парикрама-дорога идет вокруг Вриндавана, отправляется мимо Мадан-Махана храма. Если знаете Вриндаван, вы помните эту дорогу. Поэтому Калия-гат, где это случилось, это по дороге. Там храм и сооружение. И дерево там стоит по сей день. Поэтому очень интересно заметить, в этот момент, в это время, к этому времени Ямуна уже текла прям совсем непосредственно рядом
как рядом с скале Гатам. И у подножия Мадан Мохан храма. Вы знаете, что сейчас Ямуна на некотором расстоянии течет от того места. Если выйдете из Калигаты или Мадан-Мохана, если заберетесь на холм и посмотрите вдаль, на север, с северо-восток, вы увидите, что там все гладко, просто гладко поверхность. Это был затока озера. Калия-Даха называлось озеро, озеро Кали. Так или иначе, хотя Калия там долго обитала уже там, тем не менее, как-то, каким-то образом, по трансцендентальному обустройству, неизвестно было никому, в основном для Бриджбаши, они не знали. Так или иначе, к этому месту они не являлись. Это как пастушки, они ходили туда-сюда целый год, а копию их украл Господь Брахма, а еще копию другую пастушков-коров отправил в село. А настоящие пастушки путешествовали целый год, нераспознанными, и даже сами никого не нашли и не могли свое село найти, хотя они рядом, и никто их не заметил, потом, хотя они там совсем рядом были. Поэтому эта гладкая поверхность от Мадан-Мохана дальше от Калия-Гаты, это было затока, залив, озеро. Кришна понял то, что работа рук Кали. Я терпел ее, но сейчас уже слишком. Все, конец Кали. Сейчас ей преподам урок, которого не забудет никогда. Конечно, интересно, нужно понять и запомнить. Кришна же не убил Кали. Великое большинство демонов он убил, а Калию нет. Поэтому Кришна забрался на кадамба дерево, который был там, уходила в реку ветвями и на большой ветке, которая висела над рекой. Интересно узнать, что вы можете, так или иначе, интересно узнать, что когда Господь Чайтанья отправился во Вриндаван, когда он туда отправился и оказался там, он посетил Калия-гат, и, соответственно, Чайтанья Чаритамрита, дерево, которое там было в это время, 500 лет назад, сколько-то, дерево было там на месте изначальное дерево. Можете проверить в Чайтанья Чаритамрите, записано. Они говорят, эти вот те, они всегда говорят, они всегда говорят много. Дерево, которое сейчас, это изначальное дерево. Изначальное дерево, которое Господь Чайтанья 500 лет назад видел. И старое дерево, на самом деле, дерево, которое Вамсивата, это ветка, посаженная из изначального дерева во время Господа Чайтани. Это не настолько большое, как на Калигате дерево. Так или иначе, это между прочим. Но Кришна, тогда он
пошел по he's going ветке to dive in and he's going to и swim out and собирается it's going to нырнуть be action в stations ему, there. Но и поплыть дальше. You know, like a real battle zone. И so, but намечается зона before Krishna битвы. Jumped or Но перед dived тем, off как that Кришна branch, нырнул Krishna в did two реку, things, сделал две вещи, important things. Очень важные One, вещи. he Одна, он his затянул свой ремень, одежду вокруг себя, по пояс завязанную. Он завязал потуже, как бойцы идут на борьбу. И тогда удивительный звук издал подмычку. Да, так? Что-то такое. С одеждой не сделаешь. Это то, что Кришна сделал. Звук из подмышки. И тогда нырнул в это озеро. Когда он нырнул в озеро, он такой шум навел, что цунами, волна возникла, пошла через все озеро цунами прошло. Кали на километр расстояния было где-то, а цунами, волна, и ударила цунами в лицо Кали. Но Кришна-то маленький паренек, и даже если взрослый человек прыгнет в озеро или реку, то все равно же не создаст цунами волну. А как Кришна создал цунами волну? Преданные, помните обсуждение Дамодари Лилы? Матушка Яшода привязала Кришну, столько веревки собрала, пока множество веревок собрала, все равно веревка была короткая, не смогла обвязать Кришну по пояс. Почему? Кришна что? Что-то мистическое Кришна делал? Или с веревкой что-то творил? Чудеса? Кришна, конечно, мистическое что-то творил, но в этом теле, детском теле Кришны там все. Там это тело абсолютной истины. В самом бонум оно включает в себя все. Nice to see you. Old Prabhupada disciple from New Zealand. Старый преданный Прабхупада из Новой Зеландии слушает. Поэтому, когда Кришна нырнул, это было как все во Вселенной опустилось. Упала в озеро, а все, что во Вселенной существует, конечно, создаст цунами-волну. И цунами ударило Калию прямо в лицо. Бац! И Калия услышала, сначала услышала что-то, воду нырнула, а потом получила волной в лицо. What's he called? Shravana Chakshu. Shravana Chakshu. It's not there. But it's something like Shravana Chakshu. Shravana Chakshu. Means he означает, he hears through his он eyes. Слышит посредством глаз. He hears through his eyes. Посредством глаз слышит. Чакшу-шрава. Чакшу – глаза, шрава. Слушайте. У него нет ушей, у змеи. Слышит глазами. Услышал. И подумал, кто этот негодяй нырнул в мое озеро и такую волну создал. Он подплыл к Кришне, Кришна по отношению к Кали поплыл, они встретились посередине.
So, Поэтому, when Krishna dived когда in and Кришна started нырнул swimming, и and the начал boys плыть, saw, you know, it's a и kilometer away, пастушки it's a bit of a увидели distance, на расстоянии they saw, Кришны плывучего, oh, the snake is coming о, closer. видит, что даже змея All the boys подплывает, panicked. о, They panicked. пастушки And запаниковали. here's some things they said. Они Oh, Krishna, what are you сказали, о, doing? Кришна, что How же ты can you делаешь? challenge this great monster? Как ты Oh, my этот Lord, how монстр can you, будешь убивать? whose body is О, so Господь, delicate and тело, tender, которое очень possibly defeat мягкое this и snake? чуплое? Как же ты Gopal Champu, победишь эту Jiva змею? Goswami Гопал said, Чампу, with Джива burned up Госвами говорит, bodies, resembling sunken areas on the bank of the Yamuna, на they Ямуне maintained their lives сожженные only with the hope тела, that Krishna would поддерживали emerge тела from the только water, с надеждой, just что as he Кришна emerged выйдет, from the stomach выйдет из of воды, так Bakasura. же, как и вышел The из friends were so живота bewildered Бакасуры. that they Друзья thought, были настолько are we обеспокоены, что awake, они подумали, or is this a мы dream, спим или or is this deep sleep? Have we нам fainted? снится, Have или we мы died? Or are we проснувшиеся? still living in this Мы lifetime? умершие или They мы could уже not вернулись к distinguish. жизни? Они не могли различить своего The состояния. cows filled Поэтому up the hearts of the коровы boys with their rivers of tears, as if filling the lake with poison. наполнили There's a реку lot of слезами. emotion, I tell you, there's a lot. Там было Of много emotion in эмоций. this story. Эмоций в этой So истории Krishna swam out, хватало and Kaliya was предостаточно. swimming in, and they Кришна met. And плыл then suddenly Kaliya навстречу Кали, grabbed Krishna и внезапно and Калия held him схватила in his Кришну coils. и And держала в своих Krishna suddenly кольцах. seemed like he was just И pinned Кришна there. He couldn't move. вроде бы как And застрял, как devotees, we must запертый remember, был там he и не мог stayed like двинуться. this. Он там For оставался в hours кольцах часами into the late afternoon. до And here позднего it's the morning time. послеобедия. А здесь-то утром все So началось. the Поэтому difficulty for the bridge сложность в том buses для Бриджбаси is just inconceivable. это For hours and невообразимое. hours Часами, часами, of часами pain. наблюдать, как Кришна заточен So кольцами then, Кали, let's see змея. now. Yeah. So here we are. Вот. Kaliya had been living there for У many Кали yugas. было... There's a whole Кали long жила там story много behind юг, и там how целая Kaliya история is за there. всей этой But we won't get into that. историей, как Калия там But he'd been there for оказалась. some yugas Но она там because несколько of the юг curse. обитала в Therefore, the силу lake проклятия, was поэтому super озеро poisonous. было Except for that one исключительно kadamba tree супер that Krishna jumped ядовитым. off, there was Кроме no кадамба дерева, vegetation of any больше sort кругом around никто the не lake. жил, никакой вегетации, And никаких going from like the растений. edge of И с the края water, going озера back a kilometer on either на side, on all километр sides, расстояния по всем сторонам any ничто time не a росло. bird Каждый would раз, fly когда over the top of the lake, птица the fumes пролетала coming над up would be so озером, powerful, она the bird would just отравлялась die парами in этого ядовитого mid-flight озера and и just просто fall падала down в озеро into намертво. the lake. So, yes. So then, Поэтому тогда listen to this. вы This is только from послушайте Sanatan Goswami. этот Санатан Госвами They're уже. talking about the Мы separation. говорим о разлуке. Standing by the shore, Стоя the на берегу cows, bulls, коровы, calves, and other domestic быки, animals from the village, телята и as другие well as all the животные, wild так же, animals, как и from дикие all the животные, parts of отовсюду из Brajmandala, лесов, all Враджмандалы, assembled there. все They собрались all там cried, и все fixing плакали, their eyes on Krishna's смотря на face, Кришну, and сосредоточив screaming лицо in Кришны, agony, и crying pitifully. плакали. The birds flew over the lake and И dived птицы into the тоже waters. The trees and летящие other над plants деревом падали became dry в and озеро, withered. и Many все great деревья calamities высохли. happened.
множество несчастья случилось. Тогда своего Господа старый человек побежал в Раджи, в село, и звал всех, описывая, что случилось там на берегу. Поэтому старый человек, прибегает в село, кричит, несчастье, несчастье. Кришну схватил змей Кали. Он умирает. Где Ананда Махарадж? Где Баларам? Пожалуйста, что-то предприньте перед тем, как будет поздно. Поэтому все бриджбаси, когда они услышали, они вышли, все пришли, кроме Рохини. Она, у нее была программа своя была с Баларамой. День рождения. Праздник день рождения. А Господь Баларам, понимая, что происходит и что за ситуация, кто Кришна, где Кришна, что он может сделать, он просто думал, да все в порядке, расслабьтесь. Кришна справится. Не беспокойтесь о Кришне. Он, конечно, о себе-то позаботится. Обязательно. Поэтому остановил Рохини, сказал, оставайся дома, матушка, продолжай готовить, мы скоро вернемся. И Баларам побежал сам. Это Санат Госвами описывает. Баларам побежал, стараясь остановить бриджбаси, когда они бежали в сторону берега. Он кричал, нет, это ложь. Не беспокойтесь ни о чем, но не смог их остановить. Все побежали к берегу, и сам он побежал, но Рохини осталась в селе. И опять Санат Госвами дает описание. Люди в Раджи стали как бегучими трупами, мертвые тела бегущие. Некоторые из них следовали по стопам Кришны в сторону Ямуну, где игра имела место. Но как это возможно было? Конечно, видя на расстоянии многих километров в стоке, тысячами коров, его отпечатки стоп были бы уничтожены, затоптаны, но все живые существа во Вриндавана, даже птицы и животные, всегда осторожно сохраняли отпечатки Господа Кришны, потому что это была наивеличайшая ценность, драгоценность, и никто не ступал не на отпечатки стоп Кришны во Вриндаване. Удивительно. Поэтому они прибежали к берегу Ямуны и увидели Кришну в кольцах змеи Калия. И все просто потеряли сознание. Даже Баларам потерял сознание. Санат Госвами продолжает. Господь Баларам, видя своего младшего брата в таком состоянии, не мог оставаться умиротворенным, плача в агонии любви, он печалился опять и опять, и его плач разбивал даже камни и дерево, и Нанда и Шона уже оставили тела, умерли. Бриджбаси в Вриндаване возвращались в сознание, и сейчас они старались войти в воду реки, чтобы быть, поддержать Кришну. Если он помрет, мы тоже помрем заодно с ним. Мы будем всегда с ним, за него. Баларам тогда пришел в сознание, и Баларам тогда начинает говорить с собой сам,
Sanatan Goswami. В соответствии с Санат Госвами. What is Krishna doing? Что же Кришна делает тут? Take pleasure Он in playing не with получает me in my form наслаждения, as играя со мной. Саната Шешей, но он хочет поиграться с этим низкорожденным змеем, обычным, мирским, обычным змеем Калии. Он с ней играет игры змеиные, а со мной-то нет, как Саната Шешей. А некоторые женщины начали печалиться. О, если Баларамба был тут сразу сначала, раньше, когда это случилось, до того бы не дошло, он бы позаботился, и это бы не случилось. Так или иначе. Итак, Господь Баларама, он понял, опасности-то нет ведь. Кришна просто балуется. Пожалуйста, не нужно себя терзать и переживать. Он так думает. Но что же поделать, что же сейчас делать? Он не хотел им говорить, Бриджбаси, дорогие, подождите. Видите Кришну? Кришна, да, видите? Вы знаете Кришну. Знаете, кто он такой? Знаете, нет? Знаете? Кришна — Бог! И ему никакая опасность не грозит. Он играется. Сядьте и расслабьтесь. И подождите, когда он свою игру закончит. Он понимал все это в совершенстве. Он не настолько был под влиянием йога-майи, как все остальные, но он не хотел сказать об этом всем, потому что чувствовал, что это в силу уважения Бриджбаси и любви к Кришне, я не могу вмешиваться в эти лилы, не могу вмешиваться в их выражение любви к Кришне и взаимообмен любви между Кришной и Бриджбаси. Поэтому, но так или иначе, он не хотел, чтобы Бриджбаси в воду бы заходили. Он старается их остановить. Некоторых останавливал физически, а другим кричал, да перестаньте, а других останавливал своим взглядом, отправлял им послание, не идите в воду. Не входите в воду. И некоторые останавливались, а некоторые не знали, что делать. Но они позже они начали заходить в воду. И Баларам должен их контролировать. Но одна старшая гопи сказала, это из Вишнупурана уже, лучше, чтобы все вместе с матерью Ишодой зашли в это ядовитое озеро короля змей, вместо того, чтобы вернуться во Вриндаван, который для них уже больше не подходил. Ну, так или иначе, какой смысл дня без сына, без солнца? Какой смысл ночи без луны? Какой смысл коров без телят, без быка? А какой смысл во Вриндаване без Кришны? Лишён Кришны, мы не вернемся во Вриндаван больше. Но, становясь очень-очень-очень обеспокоенной. Тогда Санат Госвами говорит, тогда каждый издал больной крик из сердца, который заставил весь мир плакать. И пробужденный этим звуком Баларам, самая драгоценная сома, Баларам опять
потерял сознание, он опять был возвращен к жизни с великой тяжестью, восстановил свое равновесие. И родители Кришны опять вернулись к сознанию, наблюдая за сыном, и плача, они входили в воду. И Шри Баларам остановил их своей рукой. Тогда, видя, что все упавшие без сознания, Баларам преисполнился боли. И он воззвал Кришну. «О, Кришна! Кришна! Эти люди, они не спутники из Вайкунтха. Они не обезьяны-спутники из Айодхи. Они не ядовы из Двараки. Это люди враджи. Ты там, ты являешься жизнью и душой их. Они помирают тут. Господь, у меня нет сил их спасти. О, милостивый Кришна, только единственный друг жителей Враджи, прекрати эту игру, или твое мягкое сердце будет наполнит печали, если бриджваси все умрут. И тогда опять Сананда с вами говорит, плача многими словами переживаний, теряя сознание, тела, наполненные боли и сердца, разрушенные печалью, гопи вошли в воду, как будто отправиться в сторону Господа. Но в это место, в это время Господь, Верховная Личность Бога, высвободился из этих колец Калии, наконец-то. Господь, Сананда с вами, Господь освободился на основе своих чувств, неспособным терпеть переживания своих преданных. Тогда Кришна забрался на головы Калии и начал танцевать. И он звал гопи, давайте приходите, мы потанцуем вместе. И гопи подошли, тоже забрались. Это особенный раса-танец на головах Калии имел место. И Кришна танцевал в катак-стиле. Катак. Если вы знаете стиль танца катак, классическая индийская танец. Они топтают стопами, топчат стопами, бьют настолько быстро, и Кришна так на головах Кали танцевал. И с одной головы на другой перескакивая с гопами, и экспансионируя себя на многие формы, танцуя на многих головах. А сейчас бриджваси на берегу, они пришли в чувство. О, Кришна освободился из заточения колец. Они не могли увидеть, как он танцует с гопи, он просто видел, как Кришна танцует. Но с гопи вместе они не видели его. Тогда Кришна танцевал и продолжал, танцевать до тех пор, пока Калия просто разбитая ударами стоп Кришны. Сананда с вами, Кришна танцевал на головах Кали, что увеличит хорошую удачу Калии. Одна частица пыли со стопы Кришны
из стопы его достаточно, чтобы освободить мир. А тут он просто танцевал, ударяя стопами головы Кали. Такая милость не получил даже Господь Брахма или Господь Шива. И никто во Вселенной. Кали получила особенную милость. Но и все его головы начали раскалываться, указывает, что он усмирялся, присмирялся уже Кали-змей и предложил молитвы в своем уме, потому что ему, чтобы произнести что-то вслух, а он испытывал столько боли, поэтому в уме возмолился, повторяя: «Майга, я твой, Господь, я твой, я твой, я твой, Господь». Мадхвачарья тоже делает очень интересное замечание, послушайте. Тот, кто думает с преданностью, это то, что он говорит об играх. Тот, кто думает с преданностью о том, что наказание, которое Господь дает мне, на самом деле милость по отношению ко мне. Поэтому эта милость, эта личность становится благочестивым. Но те, которые продолжают даже после наказания Господа, они продолжают завидовать ему, их настроение является причиной, чтобы быть неспособным распознать его в этой жизни, в их жизнях, как Господь действует в своих жизнях, в их жизнях. Мы постараемся закончить эту всю лилу. Мы еще, может быть, 15 минут еще. Нужно будет перезапустить Инстаграм. Я сейчас перезапущу Инстаграм. Сейчас. Минуточка перерыва. Да.